Офигеть. Давай тогда таких малышей побольше. Не знаю, вот эти, как можно больше малышей. Так, и листочки не забываем собирать. Да. Да, Дуда Плей. Дуда Плей. Всем привет, ребятки! Вы на канале Дуда Плей, и продолжаем играть в игру «Боевые гусеницы». И у нас сегодня вторая серия. Мы будем воевать здесь. И посмотрим наше золотое задание. А золотое задание соберите от бонусных 10 листьев. Понятно? Хорошо. 10 листьев надо. Даже больше. Союзники. Самые могущественные существа в этом мире обратили внимание на ваши победы. Используйте выпадающее меню слева, чтобы призвать их. Ларри, голубая сойка, может уничтожить всех врагов на экране с помощью воздушного удара. О, понятно. Ладно. Давайте выпускаем ребят. Такая тенденция у нас. Не знаю, навряд ли мы выиграем, если вот так вот будем делать. Как вот в прошлый раз. Ох, нифига там летит, смотри. Так, есть. Один листочек. Так, давай. Второй. Второй листочек. Будем таких вот небольших чуваков отправлять. Ё-моё, смотри. Нифига, у них там оружие какое мощное. Уже, да, тут даже со взрывчаткой есть, смотри. Офигеть. Давай тогда таких малышей побольше. Не знаю, вот эти, как можно больше малышей. Так, и листочки не забываем собирать. Да, но у них это, видишь, силы-то мало. Сейчас я посмотрю. Ё-моё, смотри, сколько этих злодеев-то набежало. О, и тут, смотри, бегут. Бегут злодеи. О, листочек падает, вижу. Так, сколько я сам листьев собрал, никто не знает. Так, давайте вот этого выпустим. Чувака. Все. Смотри. Хорошо. Так, а ну давай больше листьев. А, это можно скорость создания листьев покупать, оказывается. Нифига себе. Видишь, как быстро листья будут создаваться у нас. А я не знал этого. Ну, давай тогда сейчас. У нас это больше этих животных нету, к сожалению. Вот это скорость сейчас будет, ребята. Есть. Так, где у нас враги? А, вот у нас еще один живой остался, чувачок. Ладненько. Так, давай тогда. Выпускаем вот таких малышей. Да, но все равно, как бы, скорость не слишком и большая. Но все равно. Так, давай, еще скорость убью. О, все, максимальная скорость. Мы купили максимальную скорость. Давай тогда. Сейчас вот таких выпустим. Смотри, у нас сколько малышей идут. О! Целая бригада. Целая бригада будет сейчас у нас. Маленьких. О, нифига, смотри, видишь как? Ну блин, они их убивают быстро. Ё-моё. Да. Не думал я так, что они будут так быстро умирать. Поехали, боевые гусеницы мои. Давайте вперед. Так, сколько, интересно, я уже листьев этих пособирал, я не считаю. Так, давайте вот такую будем гусеницу делать. У нее и защита будет. И она и большая сама по себе. Вот, гусеницы мои идут. Потихонечку. О, 190 стоит. Фига, дорогие гусеницы, конечно. Так, а у нас здесь что происходит, ребята? Давайте еще такую гусеницу большую создадим и собираем листочки. Во, кто против нас-то, ребята? У них, смотри, какие-то эти жуки бросают эти гранатки. Все, теперь мы начинаем побеждать, наверное. Сейчас посмотрим. Отправляем гусениц. Все, теперь начали обстреливать их, так сказать, убежище. А мне нужно еще задание собрать. Я не помню, сколько, 100 листьев или... Ну, 100 листьев это что-то очень много. Да, сейчас мы уничтожим. Вот, все, мы уничтожили их. Дерево. Так, а что у нас получается там? Сколько листьев я собрал?
Кто знает? А, подожди. Так, это мы это прошли задание. А сли... Подожди-ка. А вот это вот задание мы не сделали золотое задание? А, 10 бонусных листьев. Ну, это мы, конечно, больше собрали. Так, и следующее у нас задание. Пройдите уровень без улучшения производства листьев. Уровень 3. А я-то вообще их никогда не улучшал. Даже. Ну. Я... Ну, давай. Три. Раз. Два. И сейчас три сделаем. Так, ну сейчас кто-нибудь там выйдет, поэтому я сейчас быстренько кого-нибудь отправлю. А ну-ка посмотрим, злодеи идут наши, нет? Да, вон какой чувак идет. Нифига, он быстрый, а. Ладно. Все, улучшать листья больше. Больше листочков мы улучшать не будем. Будем вот таких вот больших выпускать. Ой-о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 й. Смотри, он вообще малышей стал выпускать. Ладно, я тоже тогда таких вот небольших малышей буду выпускать. Так, у меня вот такой вот огромный идет. Его никто не уничтожит. Вот, два таких огромных идут, прикинь. Два больших, и я сейчас малышей буду отправлять. Так, листья. Листья собираем. Что у нас тут еще? Вот листочек. Все, идет моя бригада. Отправляется в путь. Так, у меня вот смотри. О, мы сейчас этот уничтожим дерево. Все, пошло, пошло, пошло. Где яблоки? Яблоки где? О, пошло, первое яблоко упало. Второе, третье. Все, вообще уничтожаем. Быстро. Нормально. Все, победили, ребята. Победили. Кучу яблок мы подняли. Так, опыт распродажа. Так, вот этот соечка сколько? 200 стоит? А, ладно, пока мы ее не будем покупать. Дорого она стоит. И отправляемся в следующее задание. Посмотрим сейчас. Какое золотое задание? Пройдите уровень за определенное время. 1 минута 45 секунд. Офигеть. А как же это выполнить-то, интересно? А, все... А, засада. Вас отрезали от поставок листьев. И вы оказались в ловушке. Позади вражеских рядов. Используйте те листья, которые, что у вас есть. Постройте армию и разгромите врагов, которые преградили вам путь к спасению. Понятно, ладно. Вот у нас, смотри, какая бригада. Ё-моё. Давай тогда сейчас делаем вот таких вот чувачков. Не знаю, получится или нет, но у меня их будет много. Так, а все, кончились. Кончились. Ну, давай такого еще малыша возьмем. Ага, посмотрим. Может быть будет... Ох, нифига, там бригада какая стоит. Да. Мощно, мощно. Надо главное вот этих победить, и тогда вот нормально все будет. Ё-моё. Не знаю, не знаю. Ну, я думаю, этого сейчас мы уничтожим. Спокойно причем. Все, есть, готов. Так, победа. Мы за одну минуту выиграли, прикинь. И мы получили какой-то плюшку. Так, это что такое у нас? Это мне неинтересно. Так, дальше. Следующее задание. Так, а это что за у нас это? Черепочек. Режим кошмар. Получить эксклюзивный VIP-пакет бесплатно с вашим первым заказом. Ага, спасибо. Играем дальше. Золотое задание у нас. Пройдите уровень, используя только эти предметы. Ага, пушка и ножки. Хорошо. Да, без проблем. Так, только вот эти штуки. Три штуки. Так, давай сразу улучшим листья. Максимально попробуем. Вот. Скорость. Так, там никто еще не бежит у нас. Врагов нет? Нормально, нормально. Сейчас скорость увеличим. Так, секунду. 200. Хорошо. Вот скорость у нас вообще мощная. Так, все, бригада пошла. Нифига, он какой огромный. Так, давай этого выпускаем сразу. И следующего. О! Так, ё-моё, держись, держись, друг, держись. Ох, убили одного. Одного убили. Так, будем туда следующих делать. Нам, в принципе, скорость не нужна, поэтому пока мы скорость не будем улучшать. Будем просто выпускать малышей таких вот небольших. Вот, листочек, спасибо. Да, ё-моё, смотри, что творится-то.
Да, автоматчики, смотри, какие. Дождь на улице идет. Так, а ну-ка, давай просто стрелков будем выпускать. Так будет быстрее. Просто стрелков. Но они что-то и гибнут быстро. Да. Ой, мы сейчас навряд ли, конечно, выиграем. Слушай, давай одного такого защиты придется делать. Придется делать защитой. Хотя, защита она. Хотя она срабатывает, смотри, они и дольше они остаются в живых. Поэтому мы должны попробовать вот так. Да, мы не выиграем там золотую линию. Нам бы еще какого-нибудь волшебника бы сюда. Так, это уберем сюда, вот идем. Ё-моё, вообще, смотри, что творится-то. А если таких по 25 маленьких выпускать? Ну, очень много. Как ты думаешь? Мы сможем выиграть? Или нет? Смотри, сколько их много. Ну, не знаю. Пускай они тут этих стреляют, а мы будем вот этих выпускать маленьких. Да. Смотри, тактика моя работает. Ё-моё, уничтожили. Уничтожили нашу базу. Давайте попробуем переиграть. Я буду делать, знаешь как? Так, давай сейчас улучшим листья, чтобы быстрее были. И будем вот так вот играть. Только, наверное, будем, наверное, с пушкой просто покупать. Так, 150. Сейчас купим всех максимально. Все, скорость у нас улучшается. Это самое главное вообще в этой игре. Скорость создания листьев вот этих. Сейчас максимально мы их прокачаем. Так, 250 осталось. Ждем. Так, а там уже бригада идет. Ё-моё, какая она быстрая-то, а? Все, максимально мы раскрутили. Теперь будем таких маленьких выпускать. Все, начал стрелять, гад. Смотри, а что творит. Так, ладно. Давай. Маленьких вот этих сейчас выпустим. Пускай они ими занимаются, малышами. В принципе, скорость у нас достаточно. Так, и вот этого еще одного лучника. Так, ну вот этих малышей давай побольше сделаем. Ё-моё, смотри, что творится, а. Мы не успеваем. Давай маленьких сейчас быстренько. Надо им дать, чтобы они за малышами этими занимались, а мы пока будем потихонечку делать вот этих чуваков. Да, быстро они уничтожают, к сожалению. Давай, 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 давай. Так, листья, быстрее листья. Да, какой тяжелый уровень, смотри. Не, смотри. Не выиграем, наверное. Нифига себе. Офигеть, опять поражение. Да. Нам нужно какую-нибудь соечку купить. Давай купим. Так, а что этот бурундук делает, он недорогой? А, стопку листьев он приносит, да? Так, хорошо. А вот этот выстрелит врагов потоком содержимого своего раздраженного желудка. А вот этот, ну, вот этого нужно купить. Давай его купим. Да, хорошо. И теперь попробуем мы еще раз это сделаем. Ну, это будем делать в следующем ролике, дорогие друзья. А сейчас будем заканчивать серию. Всем большое спасибо за просмотр. Ставьте лайки, пишите комментарии. Всем пока-пока.